Рон Ди Сантес, выйдя из президентской кампании, продолжает бороться за законность и против коррупции. Он заявил, что нужно ограничить срок полномочий членов Конгресса. Многие из них заседают по 50 лет и погрязли в коррупционных схемах. Флорида уже сертифицировала предложенную поправку в соответствии со статьей 5 Конституции. И другие штаты готовы последовать ее примеру. По приглашению Организации США по ограничению сроков полномочий, Рон Ди Сантес призывает законодателей других штатов последовать примеру Флориды и принять резолюцию, призывающую к внесению поправки в Конституцию, касающуюся ограничения сроков полномочий Конгресса. A constitutional amendment for term limits for members of Congress. Now, as you can imagine, that went over like a lead balloon amongst people that were already U.S. congressmen. But мы никогда не изменим нашу страну, если не изменим стимулы в Вашингтоне. Ограничение сроков поддерживается огромным большинством американцев. Пришло время сделать это и дать возможность молодым политикам наконец участвовать в политической жизни страны.